Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пороховом заговоре. Пороховой заговор – это неудачная попытка группы английских католиков взорвать здание парламента с целью уничтожения короля Якова I, предпринявшего ряд репрессий в отношении католиков. Взрыв планировалось совершить 5 января 1605 года во время тронной речи монарха. Вначале ячейка организаторов преступного замысла насчитывала 5 человек, куда входили Роберт Кейсби, Томас Уинтер, Томас Перси, Джон Райт и Гай Фокс. Заговорщикам удалось арендовать помещение в доме рядом с Палатой лордов, откуда планировалось проделать туннель. Однако затем Томас Перси сумел взять в аренду помещение, находившееся под залом зданий Палаты лордов. Из лондонского района Ламбет на противоположном берегу Темзы заговорщики сумели переправить на лодке 36 бочонков пороха. Они были размещены в арендованной комнате и прикрыты дровами и углем. Общей массы заготовленного пороха хватило бы на то, чтобы разрушить все здания парламента и повредить расположенные поблизости здания в радиусе 800 метров. Хотя первоначально Гай Фокс, имевший опыт общения со взрывчатыми веществами из заграничных путешествий, не был главой заговора. Именно он прославился в истории больше других своих товарищей, поскольку ему было поручено зажечь фитиль и затем сбежать по Темзе и уехать из страны. Фокс был оставлен в Лондоне для осуществления главной задачи заговора, в то время как остальные заговорщики укрылись в графстве Уорикшир, где были сильны позиции католиков. Именно оттуда они планировали начать народное восстание в поддержку государственного переворота. В самом живописном доме Вустершира, усадьбе 15 века, Хаддингтон-Корт, планировался пороховой заговор, чтобы взорвать здание парламента в 1605 году. После ареста Гая Фокса некоторые из заговорщиков бежали в Хаддингтон-Корт и прятались в секретной комнате. При обыске нашли две комнаты, но не смогли открыть третью. Вход в комнату был через замаскированную панель в стене. Поскольку в подготовку заговора было вовлечено достаточно много людей, утечка информации была неизбежна. Заговор был раскрыт по официальной версии благодаря анонимному письму от 26 октября 1605 года, адресованному лорду Монтиглу, католику, с предупреждением не входить на церемонию открытия парламента. Историки полагают, что автором письма мог быть один из заговорщиков, который, узнав информацию о готовящемся взрыве, захотел прославиться как спаситель нации. Узнав о письме, заговорщики, тем не менее, решили осуществить задуманное, поскольку Гай Фокс тщательно осмотрел подготовленную взрывчатку и обнаружил, что она не тронута. Тем временем Монтигл показал письмо государственному секретарю графу Солсбери, а тот королю Якову I.
В ночь 4 на 5 ноября был произведен обыск здания парламента, и около полуночи в подвале был обнаружен Фокс вместе с приготовленным порохом. У Фокса, назвавшегося Джоном Джонсоном, также были найдены фитили, труд и часы. Бочки с порохом были найдены скрытыми под хворостом и углем. На протяжении многих лет дом премьер-министра на Даунинг-стрит-10, который назывался House at the Black, был домом хранителя дворца Уайтхолл Томаса Квинета, который известен тем, что арестовал Гая Фокса в 1605 году и сорвал пороховой заговор. Фокса доставили в спальню к королю около часа ночи 5 ноября. На вопрос монарха о цели его предприятия Гай Фокс не стал отпираться и заявил, что намеревался убить короля и разрушить парламент. После этого Фокса доставили в лондонский Тауэр, где продолжались его допросы. 8 ноября от Фокса удалось получить устное признание, а 9 ноября он назвал имена всех сообщников и раскрыл все детали заговора. 10 ноября он собственноручно подписал текст признательного заявления. Этот документ с подписью Гая Фокса сейчас хранится в национальных архивах Великобритании. Показательный судебный процесс над группой заговорщиков прошел в Вестминстерском зале здания парламента 27 января 1606 года. Все они были признаны виновными в государственной измене. Вскоре после раскрытия порохового заговора парламент принял специальный закон, предписывающий отмечать 5 ноября как радостный день благодарения за спасение. Закон действовал до 1859 года. Однако после этого традиция празднования 5 ноября сохранилась. Теперь этот праздник известен как Ночь Гая Фокса. Во всех городах страны вечером 5 ноября слышна непрерывная пальба фейерверков. Воздух наполнен пороховым дымом. Празднование Дня Гая Фокса, хотя и в меньших масштабах, проходит и в других англоязычных странах. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите!